Ты знаешь, Тимка, света во всем доме нет. Видимо, что-то случилось. Но мы же с тобой, Лиль, темноты нисколько не боимся. Сейчас кровати застелим и спать будем. А если ты в темноте стелить не умеешь, так я тебе помогу. Это не беда. Это не беда, точно. Сейчас я посмотрю, у нас где-то были свечи. Ты уже стал такой большой. А ты стала маленькой. Совсем исхудала. А ты помнишь, как мы с тобой ходили в кукольный театр на спектакль? Да как же такое можно забыть? «Конёк-горбунок» спектакль назывался. Его опять показывать стали. Я думала предложить тебе сходить, но ты уже вырос, тебе, наверное, неинтересно. Да как же неинтересно. И вовсе я не вырос. Еще как интересно. Ложись, ложись. Я ведь когда в подвале ночевал, полканом по ночам про конька-горбунка рассказывал. Он мне был такой же верный. Очень мне помогал. Холодно, жутко. Я к нему прижмусь и засыпаю. Он меня своим мохнатым телом согревал. Ведь не пошевелится, пока не проснусь. А где теперь этот полкан? На том свете. Где же ему еще быть? От голода полкан потух. Тяжко тогда было, мы с ним на базаре из одной миски всякую гадость кушали. В той собачьей миске мы с полканом и познакомились. Господи. Надо все это как-то забыть, Тимка. Мой родной. Надо очень постараться все это забыть. Так, как будто этого и не было никогда. У нас теперь будет другая жизнь. Счастливая и спокойная. Я тебя очень люблю. Ты мой ангел. Слышишь? Ты мой спаситель. У нас все теперь будет хорошо. Вот вернется Алеша, а он обязательно вернется. И у нас будет крепкая и счастливая семья. А завтра мы с тобой пойдем на конька-горбунка. А по вечерам мы будем читать книжки вслух. И Робинзона Крузо будем читать. Ты до сих пор любишь Робинзона Крузо? Тимка. Ну, спи. Thank you.
Кто там? Лиленька. Алёша, родной мой, любимый. Тихо. Алёша, а у нас света нет от того, вот звонок не работает. Алёша, господи, я, кажется, пьяна. Лёшка, от меня водка несёт, да? А я колючая, не мытая. Я не сдержалась, выпила, он мне такое рассказал, такое пережил. Лиленька, кто? Наш сын, Алёша. Живыми ранениями. Похоже, по дороге урки фраеров замочили. Ну, смотри, глотки друг другу перерезали и передохли все, покуда в поезде тряслись. Я бы их тут с почестями в братскую могилу скинул и балалайщиков на их костях побренчать оставил. Обшмонать их всех с большим вниманием. Раз поездом окружничали, значит, вооружены. Если кто-то из них в зону бюро протащит, ты, Гаганов, лично башкой своей отвечать будешь. Уяснил? Так точно, товарищ полковник. По одному встать! Машину бегом, бегом, бегом! Бегом, 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 бегом! Бегом, быстрее, быстрее! Бегом, бегом! Вместе мы прокляты, вместе мы пойдем, это его слова. Его тянет к ней, потому что она единственное, кто умеет его понять. Он никому не сознается в своем преступлении. Ни матери, ни сестре, ни Разумихину, только ей. И потом она вместе с ним идет на каторгу. Извините. Продолжайте, продолжайте. А может быть, я что-то не то говорю? Вы выскажитесь для начала, а мы уж потом решим. Хорошо. Продолжайте. В конце романа Достоевский Соне Раскольникову дает надежду на возрождение, на возврат к правильной жизни, наполненной любовью друг к другу, любовью к людям. Откуда у вас такие знания? Вы очень любите Достоевского? Да, люблю. Еще я люблю Чехова, Толстого. Иван Шмелев мне очень нравится. Шмелев? Это удивительно. Писатель-иммигрант. А позвольте полюбопытствовать. Откуда у вас книги Шмелёва? Все книги мне достались от Германа Петровича Арбузова. Это профессор, он преподавал в Ленинграде литературу. Еще он очень хороший человек.
и многому меня научил. После его смерти я прочла все его книги. Так, слушайте, может быть, вам заняться русским языком и литературой? Нет. Я хочу учить детишек. Что? Прекрасно. Позвольте, помогу вам. Куда отбываете? Встречаю. Лицо мне ваше знакомо. Мужчины без фантазии всегда говорят эту фразу, когда хотят познакомиться. Есть такое. Стандартно фраза звучит так. Мы с вами нигде не встречались. Мы с вами нигде не встречались. Спасибо, что помогли прикурить. Получил. Поздравляю. Ну, будь здоров. Паром сейчас отчаливаем. Жена у тебя очень красивая. Переживала, пока тебя тут дожидалась. Не жена. Значит, будет женой. Вспомнишь мои слова? Будет женой, Акимов. Прости. Как же не простить? Сколько лет меня ждало,
быть страшен, как черт. Как на такого смотреть-то будешь? С любовью. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Ставки неровные. Не базлай, бздливый конек. Играю за 300. Сто колов. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Посему мы не унываем. Если внешне наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Библия. Новый Завет. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Набожный. Верующий. Священнослужитель. Третий день тебя слушаю. Душа жива. Веры просит. Вас как звать? М-174. Родные Степкой звали. А я отец Николай. Отца при себе оставь. Отец у меня один был. Никого другого отцом не назову. Ваше право. Зовите Николаем. Вы, Степан, как только в барак вошли, я вас сразу приметил. Хотел заговорить, но вам не до бесед было. По себе знаю. Пока по этапу до зоны доставят, опустошат и духовно, и физически. Вы живы, Степан. Не хороните себя. У вас будет долгая жизнь, честная и праведная. Двадцать пять отмотаю и заживу честно и праведно. В вашей душе любовь теплится. Не гасите ее. Она вам силы даст. Через нее выстоите. А сидеть вам недолго придется. Ты про любовь откуда знаешь? Это не знание, это умение. Вижу я человека. Мысли его слышу. Сердце человеческое чувствую. Кого тянешь, сифилитик? Ты с кем, падла, заедаешься? Боба, ты не прав, смотри, не бери на себя лишнего. Ты хвост свой саный на кого поднимаешь? Лезь под нары, парчак! Под нары, сука! Разбежались, твари! К стене! На колени! Стене! Вот стене! Дежурный! Уберите тело. Рану обработайте. Действуйте, не заставляйте меня ждать.
Алексей Макарович, я пока никак не привыкну к вашим новым особенностям. Это у вас фронтовое? Оперировать быстро, точно на очереди следующий раненый. Но сейчас же не война. Зажим. Без лишних разговоров. Иглу. Зашиваю. Ножницы. Положите бинты и в палату. Проследите, как будет отходить от наркоза. Здравия желаю, Максим Макарович. Здравствуйте. Пора нам это безобразие здесь заканчивать. Здесь больница, а не военный госпиталь. Так как же нам без курева? Больниц курить нельзя. Так что пора нам к мирной жизни возвращаться. Алексей Макарович, вы простите меня. Я привыкну. Оля, это вы меня простите. Это я к вам привыкнуть должен. Ну вот. Узнаю прежнего, Алексей Макарович. Вы Шурочку Жаркову помните? Да вроде за 5 лет память не потерял. Как же нашу Шурочку забуду? Она у меня на фронт, как у отца, отпрашивалась. Убили под Смоленском. Девочка, девочка. Которого сохранились до сих пор. Сохранился до нашего времени и этот исторический памятник великих разных подвигов русских людей. Воспоминание победы Москвы над Казанским и Астраханским ханством. Паука. Только не говорите, что у вас 5 минут. У меня целый час. Я так предполагаю, что в сумке у вас, Лилия Михайловна, непременно лежит пара купальных плавок и полотенце. А это значит, что мы с Тимофеем пойдем нырять с моста в реку? Нет. У нас будет заплыв на скорость. Внимание, заключенные! В колонии соблюдать строгий порядок! Не растягиваться! Не наступать на пятки впереди идущего! В колонии запрещено разговаривать! Смотреть только прямо! Не оглядываться! Руки держать за спиной! Шаг вправо, шаг влево – это побег! Конвой будет открывать огонь! Без предупреждения! Направляющий! Далее! Вот! Шагом! Вот! Быстрее!
Солью небесной, утешитель души истины. И живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателя. Приди, вселись вны и очистены от всякой скверны. И спаси, блаже души наши. Помолчал бы ты сейчас. Услышат. Услышат, значит, на то воля Божья. Не за это зубы выбили. Почти половины лишился. Посуди, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Здравствуйте, Яков Ильич. Как поживаете? Да грех жаловаться. Вот вернулся к своему любимому занятию, пишу портрет одного известного партийного деятеля. Чудесно. Да, ваш талант не должен пропадать. А то что же, всю войну шофером у Павла Аркадьевича? Нет, нет, нет. С вашей породой, с вашими художествами. О! Павел Аркадьевич, здрасте. Я... Привезли? Да хоть бы поздоровался. Здравствуй. Здравствуй. Вот, ночью из Риги доставили. Все проверил. Разумеется, взгляни. Начало 17 века Петербург принадлежал очень знатной даме. А вот уже, собственно, здесь все написано. Прочитай. Что, не понравилось? Как такая исключительная вещь может не понравиться? Завтра и накиньте покажу. А что случилось? На заводе что-то? Да какой на заводе? Жена. Аленка, а что такое с ней? Похоже, загуляла моя златовласка. Чего, Ален? Зачем ты мою изуродовую на эти банки? Ален, я ее в город только на полгода. Денег подзаработаю и обратно в деревню. Дочурку растить нужно. Ты ведь со мной в деревню-то не поедешь. Ну, куда тебе деревня? Коров за дойки дергать, ведра таскать. Замуж за меня пойдешь? Дочку мою воспитывать будешь? Восемь лет прожила с Бабахиным, не хотела ему рожать. Теперь хочу. Такого же, как ты. Уйду от Бабахина. Уеду с тобой, буду делать все, что ты мне прикажешь. А мне ведь многого-то не надо. Только боюсь, наиграешься ты в любовь. Надоест тебе это. Пока заполучить не могла, точно одержимая горела. А как заполучила, ты гляди, скоро угасать начнешь, да? Ничего ты не понимаешь. Ничего ты не понимаешь, моя любовь, Игнат. Как любила тебя, так и буду тебя любить. Ответных чувств на твоих не надо. Ты дома мне перед свадьбой спалила, а? Кто же еще?
и дом спалила. И стекла в окнах твоей будущей жены била. Много чего натворила, Игнат. Ну, к чему сейчас все это вспоминать? Я не хочу стричь. А тебя никто не спрашивает. А зачем стричь? Воспитательница в садик не пустит. А почему не пустит? Ой, ну в садике деток много вшивых. Воспитательница сказала, всем подстричься, вам там каждый день будут головы проверять. Ну, ты нашел, из-за чего расстраиваться. Отрастут. Когда отрастут? Ну, через месяц, через два. Через месяц, через два папа уйдет. Если мы будем очень ждать, то вернется. А Витька Бобриков сказал, что все папки уже с войны вернулись. А те, кто не вернулись, их фашисты убили. Дурак ты, Витька Бобриков. Так ему и передай, поняли? Хорошо, так ему и передам. Все, пойдем. Ой. Егор. Егор, я кому сказала? С тем. С картошкой, Билли. Нет. Пойдем. Давай, ой, давай. Побрить или постричь? Подстричь, чтобы в шее можно было обнаружить. А хотите под бокс? Челочку, молодой человек, уверяю вас, сделаем совсем коротенькую, и в шее там не спрячется. Ну вот вы же парикмахер, да? Ну, в общем, да, если по старинке, то цирюльник. Цирюльник? Нет, ни цирюльником, ни парикмахером я быть не хочу. Я хочу быть продавцом пирожков. Ну понятно, понятно. Вы знаете, молодой человек, очень даже вас понимаю. Пирожки, конечно, интереснее, чем волосатые и лысые головы. Лысые? Мам! А наш папка лысый? Нет, не лысый. Это хорошо. Вот, спасибо. Держите. Егор, осторожно. Яков Дмитриевич. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, говорят. Это вам. Красивые цветы. Первые. Спасибо. Да. Вы это откуда? Да еще и с цветами. Мама, ты что, разве не видела? Этот дяденька в парикмахерской сидел. Какой наблюдательный, а? Да, чудесно у вас это. Да, чудесно. Дубасов. Морозов. Ух ты, ты смотри. Вы уж извините, нам идти нужно. Может, я немножко провожу вас, а, все-таки. Вы так изменились, Варь. Что, все по-прежнему одна? Да, одна. Наш папа еще с войны не вернулся. Это понятно. А у Дубаса случайно не продавец пирожков? Егор. Ну, куда мне? Ты что? Я пока что художник. Но если вы, Морозов, так чрезвычайно любите пирожки, я готов ими угостить. Ой, Яков, да? Дмитриевич, не ничего, стоит. Ничего, ничего, ничего. Пойдем. Ой, мама, ты хочешь угостить? Сколько снимите, Морозов? Два. Два. Или четыре. А может, сразу? Ну где твой бог, Николай? Куда глаза его глядят? Или он отвернулся от нас? От скорби, Степан, терпение происходит. А от терпения – опытность. От опытности – надежда.
А надежда не постыжит. Ты и не такой терпел. И тебе еще многое перетерпеть придется. Бог тебя через два вида терпения испытывает. Первое твое терпение было боевое. Терпение воина, который видел перед собой цель победы. А второе терпение – смирение. Терпение узника, пленника. Терпение заключенного. Останавливается! 36-я бригада! Строится! Вас перекидывают на другой объект! Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее! Ты в лагере давно, Николай? 29 лет, 7 месяцев и 18 дней. Этот лагерь 11-й на моем счету. Как советская власть пришла, как церкви рушить начали, так я сюда и попал. Молодой был. После духовной семинарии монашеский постриг принял. А через 3 месяца большевики меня на нары кинули. Я на допросе следователю про болезни его дочери рассказал. Рассказал, что видел. Как кровь к ее горлу подступает. Как ручьем из горла вытекает. А через несколько дней она умерла. Кровь горлом пошла. Врачи остановить не смогли. Мне тогда чуть до смерти не забили. Вот с тех пор, что вижу, о чем знаю, молчу. И все это время веришь в спасение? Всей душой и всем сердцем верю. И ты, Степан, веришь. Только боишься признаться себе в этом. Книги и священные писания у меня при допросе изъяли. Библию, писание святых отцов, большевики сожгли. А я как в тюрьму попал, так стал Евангелие по памяти тетрадь записывать. Вот с тех пор эта тетрадь всегда со мной. Прячу ее. Это самое мое большое богатство. Хороший ты человек, отец Николай. Вот видишь, уже и отцом назвал. Так, так, М-174, Т-089, на замену, бревна таскать. Нельзя ему, у него спиной совсем хреново. Он всю ночь мучился. Ты что у нас теперь за лекарь, а? Я сказал исполнять то, что я сказал, и быстро! Вперед! Ты
завтраком, байку за ныком. Съешьте, отец Николай. У вас силы совсем на исходе. Сына разбудишь, тише. Лили, это я, ты здесь. Лили, это я. Не пугайся. Мы ее вылечим. Это не болезнь. Это война. Девочка моя, тише. Паша, так можно дара речи лишиться. Что за игры? Хочу задать тебе тот же вопрос. Что за игры, Лена? Повторяю вопрос. Где ты была? Я же тебя предупреждала. Я ездила в родную деревню. Мы с Лешей хотим поставить памятник отцу. Встань, подойди ко мне. Перенаклонись и скажи мне все это, глядя прямо в глаза. Паша. Мне больно, Лен. Больно от твоей лжи. Я знал, что рано или поздно это случится. Ты красивая женщина. Молодая. Я уже не молод и давно не интересую тебя как мужчина. Я знал, что у тебя появится любовник и был готов к этому. Я не был готов к твоей лжи. Ты всегда была выше этого. Мы же стали очень близкими людьми. У нас возникла высокая степень доверия. Ты знала обо всех моих делах. Паша, ты... Это предательство, Лен. Предательство, ты понимаешь? Видимо, я не очень хорошо знал тебя. И меня тоже. Павел Бабахин женщинам такого не прощает. Ложись спать, на тебе лица нет. С этого дня я не сплю с тобой в одной постели. Thank you.
32-я бригада, пищу получаем? 32-я бригада, 46 человек, 5 отсутствуют. Миски! Ну! Кто пожрал миски, давайте, падлы! Мисок не хватает, ну! Не признал меня, блатной. Шнифты почистить, то я ведь, Моня. Додумкал? Здравствуй, Моня. А я к нацию, ты не ты. А ну, схиляй отсюда, вы на цирлы, дай место человеку. Садись, базарик. Давно на зоне? За какие дела замели? Моня, я не блатной. Я на фронте воевал, в плен попал. Зато и срок отбываю. Мама моя родная, курва огородная. Сколько намотали? 25. Вот и я тоже на всю катушку. Ля! Воевал, срок мотаешь, как блатной. Нас с тобой, хромой, родина одинаково ты засос поцеловала. Тебя за беспредельный душок на фронте, а меня за мокрое. В какой бригаде ментули? 32. Будешь теперь при мне. Ты садись с нами. Люмку вон штёпкает. Я с такими за стол не сажусь. Ты чё по плане? А ну, отец! Бацота! Чё-то я не додумку, жимой. Ты же сычился. Отгулялся ты по цветастой улице. Я ж тебя, суку, прощаю, а ты мне тут косяка давишь. Меня родина прощать будет, а не ты, тварь былого. Мама! Мама все! Прямой. Прямой авторитет, ты не позорь. Тебе начисто сработает.